Твои эмоции по сегодняшней игре? Ну, эмоции такие, вроде и в финал вышли, но, честно, хотелось победить, выиграть. Вот. Мне кажется, если бы выиграли, то было как-то более, можно сказать, так радостнее, то есть веселее. А так, ну, мы в финале. Что тут можно еще сказать? После забитого мяча Витебск завинтил темп. Что случилось с командой? Ну, в таких играх любой вот такой пропущенный гол, понятно, сильно давит, даже психологически. То есть, мне кажется, мы немножко начали играть, можно сказать, ну, так, на удержание счета. Вот, ну, мне кажется, мы свою задачу выполнили, даже несмотря на то, что пропустили. Тоже такой курьезный гол получился. Но все равно все ребята молодцы. Довольно комфортное преимущество. Насколько было сложно психологически настроиться на такой бой? Ну, тренерский штаб нам дал понять то, что, ну, мы едем сюда со счетом 0-0. У нас нет никакого преимущества. Я думаю, то, что все, ну, так и настраивались, то есть все хотели победить. То есть мы не ехали там, ну, все там отбиться и там просто там стать автобусом. Мы ехали, ну, за победой, вроде навязывали какую-то такой комбинационный футбол. Ну, не знаю, получилось или нет, это не мне судить. Тренерский штаб посмотрит, проведет теорию и скажет уже, выполнили мы правильно работу или нет. Спасибо.